экономим жалость. Для вас, бойцы, для вас, карандаши. Вы спички к палочке. Так это называлось. Я вас жалел, а немцев не жалел. За их душой нисколько не болел. Я радовался цифрам их потерь. Нуля. Раздущийся немецкой кровью. Работы смерть не прекращай. Потерь рабочим потом, бей их на здоровье, круши подряд. Но как-то в январе, а может в феврале, в начале марта, 42-го, утром на заре, под звуки переливчатого манта ко мне в бритаж приводит языка. Он все сказал. Какого он полка, фамилию, расположение сил. Да то, что Гитлер к ним выходит боком. Да то, что жинка у него с ребенком. Сказал, хоть я его и не спросил. Веселый, белобрысый, добродушный, голубоглазый, стройный, высок, похожий на плакат про плод воздушный, стоял он от меня наискосок. Солдаты говорят ему, спеши. Он списал, без лести, от души. Солдаты говорят ему, сыграй. И вынул он гармошку из кармашка и дунул пальцем по голубой дунай. Такая у него была замашка. Его кормили кашей целый день, целый год мы не жалели кашу. Да только ночью отступили наши. Такая получилась привидение. Мне что, детей у немцев я крестил. От их потерь ни холодно, ни жарко. Мне их не жалко. Одному не жалко. Того, что на гармошке пальцы.